Слава Богу, хоть выборов никаких нет на дворе, правильно? Мы так большой самой семьей собрались. Могу сказать, родные мои. Хоть и не прошел тогда по округу, но все равно родные глаза, все родные лица. Да. Ну что, с очередной победой Лисичанск, с очередной победой Первомайск-Уголь, с очередной победой и Львовский бассейн угольный, и Волынский, и Кировоградский. Сегодня я почувствовал, что у нас реально есть большая семья. Когда я был на шахте Капустина, разговаривал с шахтерами, которые поддержали и все мои идеи, и сказали: «Сережа, мы с тобой». Буквально недавно шахтеры отстояли свое право хотя бы на жизнь. Чуть-чуть счастья детворе получить. Эти зарплаты, которые должны были выплатить еще 4 месяца назад. Это надо нашим братьям идти в Киев для того, чтобы отстаивать свое право на жизнь, для того, чтобы требовать свою зарплату, когда уголь лежит у нас в земле, а платят куда? Платят в Африку, в ту же Россию, в ту же Америку. И везут уголь оттуда, и везут контрабанду. А наши шахтеры страдают. Вы все знаете, что я сын шахтеров. Моя мама закачивала воздух в шахту 7-го стволе на Ильича. Отец работал в забое. Меня спрашивают, какой это пиар, наверное, политический. Да нет, мою семью просто убили. Убили в 1999 году, когда не стало мамы. В 99-м отца не стало. И так распались сотни тысяч семей. И поэтому Шахов не хочет, чтобы наша детвора бегала без родителей. Я реально хочу добиться того, чтобы наши шахты заработали. Сегодня ездил на Копанку, на одну, на вторую. Неужели на блокпостах не видят, что везут Копанку, раскапывают, рекультивацию земли не делают. Варварским путем добывают уголь, срезают чернозем, вырывают из земли пласты угля, а потом наша земля пропитывается непонятными дождями, правильно? И так на каждом шагу. Еду в Станично-Луганский район. 20 тысяч гектаров леса стоит сухого, сгоревшего. Людям дров не за что купить. Пенсия 1500 гривен. А чиновники дают разрешение срезать зеленый лес. Вот такой лес. Едет полностью. Едешь в рубежном, вагоны загружены. И через блокпосты везут. Лес зеленый. А сухостой некому раздать старикам, пенсионерам. И так полностью гниет типа наша Луганская область. За нас забыли. Нас, наверное, не считают за людей. Но в пятницу, эту пятницу, мы показали, что мы можем все-таки парламент объединить. Кто видел телевизор, как это все происходило? Правильно? Видели, да. И это все благодаря нашим шахтерам. Это именно они добились этого. И пацанам, которые стояли на евро-номерах. Я полгода езжу на евро-номерах, доказываю, что нам нужны предприятия, что нам нужно наполнить бюджет с этих ребят. 1 000 000 человек сегодня купили эти машины. Тоже счастье для семьи. За 25 тысяч гривен можно купить машину. И не Жигули там или не трактор, который черным выхлопы делает, а европейскую, которая проходила там, в Европе, непосредственно обработку на станциях. Неужели семья нормальных людей, которая собрала себе за 5 лет каких-то денег, не может приобрести нормальный автомобиль? В головах у чиновников ноль. У парламента сегодня, хоть оказалось чуть-чуть ума проголосовать. За евро-номера 2 года они могли проголосовать, и за шахтеров по зарплате. Теперь наша самая очередная задача, еще который 1 400 000 000 гривен будет выделен на угольную промышленность, проконтролировать каждую копейку, чтобы она пошла в модернизацию шахт. Согласны? Согласны. Наша задача сегодня максимально приложить усилий, чтобы шахты... Ко мне приходят седые отцы и говорят: «Сережа, в нашей земле 100 миллионов тонн угля лежит. Почему никто на это не обращает внимания?» Да потому что вот там в министерстве сегодня шахтеры проголосовали, и мы можем их поддержать, проголосовали за увольнение министра угольной промышленности, проголосовали за увольнение Первомайск угля генерала, который грабил его, поймали непосредственно на вывозе угля, он взял и уволил охрану.
за то, что охрана его поймала. Можно себе представить? Также проголосовали за увольнение генерала угля Лисичанского угля Киселева, который подписал 100 человек на увольнение, которые пошли бастовать. Они пошли отстаивать свою позицию, они пошли отстаивать свою зарплату, которую добыли, правильно? Правильно. Уже электричество люди использовали у себя в квартирах, а они зарплату все не получают. Поэтому проголосовали и за увольнение губернатора тоже проголосовали. Так что, а теперь... на уголь? Нет, шахтеры пока проголосовали, наша задача собрать подписи, а Шахова задача максимально отработать полностью, чтобы нас просто услышали спокойным путем, правильно? Без забастовок, уйдите по-хорошему, назначьте нормальных людей, и тогда будем нормально работать, будем добывать уголь на гора, получать зарплату, правильно? Правильно. С 2000... С 2015 года шахтеры недополучили зарплату. За 2016 год шахтеры не получили зарплату. За 2017 год шахтеры не получили зарплату. За 2018 год частично не получили зарплату. Ровно год назад мы с шахтерами, которых не допускали, именно Лисичанскую уголь, Первомайскую уголь, я их взял за руки и завел к Насалику, к министру угольной промышленности. Он нам подписал бумагу, что будет оплата полностью по зарплатам. На 112 канале он говорит, Шахов к нему не заходил. Вы можете себе представить это? Я уже подал бумагу в суд, чтобы на 112 пригласили и Насалика, и Шахова. Чтобы не было никаких драк, чтобы не было никаких ссор. Мы выясним эти отношения так нормально, по-человечески. Это надо, чтобы министр спрятался у себя в кабинете и не выходил к шахтерам. К своим шахтерам, которые платят ему зарплату. И он отвечает, что шахтеры никакое отношение к зарплате не имеют. К его зарплате. Выезжал с подворотни на машине охранника в тот момент. Прятался, опять убегал, бежал в парламент. Слава Богу, что парламентари услышали, народные депутаты, народ услышали. И все-таки сидел, ухмылялся он в ложе в этой, с министрами. Наша задача уволить министра угольной промышленности. Увольняем министра? Увольняем. И посадить его на пенсию на 1500, правильно? Правильно. Они просто не понимают, какой у нас дружный народ. Шахтеры аполитичный народ. Жены аполитичные сегодня. Но когда мы собираемся все вместе, то мы можем потрепать и кого-то за ухо. Так же? Не только за ухо. Сначала сидим, молчим, молчим, оно нарывает, а в оконцовке мы решаем эту задачу. Я знаю, что накопилось много вопросов у вас. Почему сегодня... Такая дорогая вода. У нас самая дорогая вода в Киеве. Почему сегодня растет проезд в транспорте? Почему уничтожается зеленая энергия? Почему сегодня у нас будет ли дорожать газ или не будет дорожать газ до 11 тысяч за 1000 кубометров, либо до 13,5 тысяч кубометров? Когда отремонтируются дороги? Когда отремонтируются школы? Когда отремонтируются детские сады? Я отвечу. Когда мы начнем контролировать, как сегодня мы с шахтерами собрались и объединились, когда мы начнем показывать свои, в принципе, свою позицию народную, тогда нас начнут слышать. И в пятницу, опять-таки хочу уточнить, в пятницу нас услышали. Мы сегодня спрашиваем, почему тарифы растут, откуда монетизация, откуда децентрализация, модные слова. Отвечу. Сегодня монетизацию придумали в кабинете министров. В кабинете министров не хватает пяти главных министров, это аграрной промышленности. Это министр финансов, который убежал с тонущего корабля. В принципе, взял чемоданы и уехал. Это та же ЕРСК, которая взяла чемоданы и уехала из страны. Это те же грузины, которые взяли чемоданы и уехали из страны. Сколько будет сегодня мучиться украинский народ? Позиция моя и позиция нашей команды, а у нас огромная команда, назначить украинских министров, которые должны работать ради Украины, ради украинского народа. Их дети должны учиться в наших школах, их дети должны лечиться в наших школах. У меня их пятеро. Они живут, детки, в Украине и лечатся в Украине. Как и у вас у всех, правильно? И у министров должно это все происходить, так же, как и у нас. Поддерживаете? Поддерживаю. Что касаемо Супрун. Тоже началась акция по сбору подписей населения, и вас к этому призываю, по отзыву Супрун с должности, как
как выяснилось, она просто волонтер, привезла на Майдан 25 тысяч аптечек, ее назначили министром. Ну давайте мы сейчас соберемся, 25 тысяч человек, подарим по аптечке и выберем украинского министра охраны здоровья. Давайте так сделаем. 50 тысяч аптечек соберем, чтобы Супрун уволили. Согласны? Согласны. Вот сегодня наш край так и делает. Мы собираем 50 тысяч аптечек, подарим Супрун, пусть едет там, где живут ее дети. Пусть едет там, счастливо живет, где живут ее родители. Правильно? Правильно. А нам нужен министр украинский. Я переговорил уже с многими ребятами, которые главные врачи в больницах, которые тоже готовы работать. Переговорил, говорит, сегодня собираем информацию, кто может возглавить Министерство охраны здоровья. Человек, который не будет грабить, человек, который будет лечить, человек, который прежде всего будет объяснять, как должна реформа действовать. Думаю, вы не знаете об этой всей истории. 10 миллиардов гривен не внесли Министерство охраны здоровья, именно Супрун, не внесла в бюджет на первичное лечение. Детям от 19 лет, взрослым до 38 лет. Вы можете себе представить, когда я был в Запорожье, общался с врачами, во Львове, в Тернополе, в Закарпатье, я проехал всю Украину сегодня. Врачи в шоке, говорят, мы отправляли ей письма, когда она уже отсюда уйдет. То же самое с Ревой, который придумал нам по пенсиям такую реформу. Он лично был у нас в комитете, объяснял, что все будет хорошо. А сегодня я приезжаю к себе в округ 114, где меня избрали народным депутатом. А женщины так собираются, говорят, почему тот, кто своей пятой точкой протирал кресло, получил 20 тысяч, а доярка, электрик, либо сантехник, либо кто орал землю, получил минус 1 гривну, либо 159 гривен, либо 201 гривну. Можно за эти деньги прожить? Можно за эту пенсию прожить? Можно за эти зарплаты прожить? Теперь, что касаемо Станичного Луганского района. Там тоже у переселенцев, наших братьев и сестер. Я сам переселенец, вы знаете, жил в городе Брянка, Стаханове, прошелся пешком полностью по всей области, по Луганской, знаю каждый сантиметр. Каждый день люди стоят, 12 тысяч человек под палящим солнцем. Умирают прямо в очереди. При мне упало 10 человек в обморок. До каких пор это будет продолжаться? Ни одного модуля нет, в которых могли бы люди хотя бы просто отдохнуть. Бабушка ко мне подходит, 91 год. Берет меня за руку, сынок, у меня на 2 дня пропуск просроченный. Можно мне помочь? Насколько стало известно, за таких людей берут по 200 гривен. 250 гривен, чтобы они доехали сюда, получили пенсию. И 250 гривен обратно. Каждый из вас сегодня мне хочет задать вопрос. Сергей Владимирович, когда закончится война? Да. Война закончится тогда, когда мы полностью переизберем и парламент, и кабинет министров, и губернаторов, и всех. За счетом войны буквально будут выборы у нас и президентские, и парламентские в 2019-м, и местных советов. Кто-то не работает из депутатов, наведем порядок. Витка работает, звонит. Общается Шаховым, советуется, значит будет работать. Сухов работает, значит Сухов будет работать, правильно? Сегодня Вельможный работает, значит Вельможный будет работать. Те, кто сегодня общается с народом, для народа, живет для народа, живет для своей страны, живет для своей земли, тот и обязан работать. Поэтому в ближайшее время я выезжаю в Станично-Луганский район. Я был сегодня в Лисичанске, в Северодонецке, провел много совещаний. Буквально позавчера, ну хотя бы можно улыбку получить, позавчера мы открыли первый клуб за 40 лет в Великотске, в поселке. Новый клуб отремонтировали и открыли. Люди были счастливы, что детки могут пойти в клуб, позаниматься хореографией, могут играть в шашки, в шахматы, открыть кружки. Можете себе представить, в 21 веке? Второй клуб открыли буквально в Новопскове. Новый большой клуб с детскими площадками, с дорожками, полностью со СНАПом, где можно зайти, все условия получить, обслуживание. Это в Новопскове. Люди говорят, такого никогда не было. В Меловском районе, тоже в Меловом, 2 больницы отстроили капитального строительства, только еще надо подсоединить, получается, на блок питания в больницу. Завезли уже оборудование. Можно, значит, работать? Можно. Может народный депутат привлечь 70 миллионов гривен в округ? Может. Может реально заехать к шахтерам не бояться? Может. Может с шахтерами ночевать на улице? Может. Так, а министр не может выйти у нас.
по нашим городам, по Луганской области. Также буквально 2 года назад наш край выстоял 2 миллиарда 400 миллионов гривен для Донецкой области и 1 500 000 000 гривен для Луганской области. Где эти деньги? Кто-то слышал же, я, наверное, говорил с трибуны, когда приедет сюда министры всех министерств, когда они сядут половина на поезд Лисичанский, когда половина сядут у нас на машины, когда они свою 5-ю точкой провезут по дорогам, чтобы она была синяя у них, и когда они пройдут по той железной дороге, которой поезд едет 52 км в час, в поезде бегают тараканы и ни разу не отремонтировали поезд за 60 лет. Дворам пойду с отчетами в ближайшее время, что было сделано, и от вас услышу по этим квартплатам. Какой у вас адрес, какой дом? Свердлова, 293. А где Саша Сухов? Вообще рядом. Беспорядок полнейший. Ребят, с нами сегодня молодые ребята, мои помощники. Прошу познакомиться, Александр Сухов, Сергей Вельможный. Ну, наверное, Сухова вы знаете. Да. Ребят, смотрите. Сегодня министерство инфраструктуры придумала децентрализацию, по которой вообще будет управляющая компания. Я попросил бы депутатов местного совета, попросил бы и мэра города, с ним буду говорить на эту тему, если у вас будет управляющая компания, чтобы они сначала объяснили, что это такое, с чем его едят. Уже пошли, получается, платежки в городе Северодонецке. Цена от 3,50 до 11 гривен по управляющей компании. Ребята, я с 2009 года вас всех просил открыть ОСМД. Просил же? Общество совладельцев многоквартирных домов. Тогда еще при Азарове оплачивали, получается, бесплатно делали ремонты по дефектному акту. С 2013 года, когда началась война, перестали платить людям и ремонтировать дома. Бросили всех нас на произвол. Далее. Когда сейчас придумали управляющую компанию, которая поднимет цены, страшно поднимет цены на тарифы в домах, я попросил бы вас тоже обратить внимание на ОСМД, наш край, сделать бесплатно вам документы. В каждом доме вы поставьте своего начальника. Вот вы меня спросили вопрос. Не, это не страшно. Поставьте руководителем, допустим, вас. Как вас зовут? Татьяна Юрьевна. Татьяна Юрьевна, допустим, стала хозяйкой в своем доме. К ней присоединили все соседи. У вас есть неплательщики, у вас есть квартиры, которые стоят пустые и не знаете, где хозяин. Есть те, кто там, допустим, ну, извиняюсь, наркоманы, которых надо лечить, либо алкоголики, либо кто-то просто из богатых не хочет платить за квартиру, потому что не убирает ЖЭК. Правильно? Есть же такое? И многое-многое другое. Поэтому, когда вы объединяетесь в общество с владельцем многоквартирных домов, тогда вы сами себе назначаете тариф, вы сами себе выбираете управленца, вы сами себе выбираете управляющую компанию, вы сами себе будете выбирать, кто будет вывозить у вас мусор, вы сами будете выбирать, будут вам ЖЭК подметать в подъезде, либо вы сами будете убирать в подъездах. Что же сейчас происходит? Допустим, ребят, секунду. Что же сейчас происходит? Допустим, живете вы в подъезде, вам Сухов отремонтировал подъезд. Утром просыпаетесь с 8 по 1 этаж, у вас гвоздем процарапано, Люба плюс Коля равно любовь. Ну, детвора, правильно? Ну, кто будет отвечать? Ремонт сделали новый? Сделали. А уже гвоздем все поцарапано. А когда вы будете сами за себя отвечать, тогда вы и спросите со своих соседей. То, что касаемо тарифа, пожалуйста, обратитесь в нашу приемную, и вам объяснят, что к чему, и если вас обманывает ЖЭК, вам обязательно наши ребята помогут вернуть деньги. Хорошо? Да. Да, здравствуйте. Да. Вопрос вам хочу сказать. По ЖЭКу номер 3. В нашем дому ремонт не делался. С того момента, как в 1948 году наш дом был сдан в эксплуатацию. За этот период был только однажды сделан ремонт капитальный. У нас, я даже не могу сказать, это было очень много лет назад. Поднимите руку, у кого ремонт не сделан в подъезде. Вот, смотрите, видите? Сколько лет? Лет 20? Больше. Поднимите руку, у кого больше 20 лет не делался ремонт. Смотрите.
Ну, я понимаю, я услышал. Я к вам обращалась, мы писали к вам заявление, нам пришла ответ. И сказали, делали подвесную потолок благодаря вам. Ну, теперь всю зиму. Хоть подвесной потолок благодаря нам сделали. Можно я отвечу на вопрос? Калошами будем гулять. Сейчас, секунду. Саша, запишите, пожалуйста, вопрос. Комиссию надо прислать в дом, хорошо? Подойдите, пожалуйста. Ребят, что касаемо вопрос по троллейбусному управлению, почему не платится заработная плата? Объясню. Ребят, я можно объясню? По одному вопрос, один ответ, хорошо? Я считаю, что и по троллейбусному можно тоже, как и шахтеры, выбить деньги. Согласны? Первое. В троллейбусе сегодня проезд 2,50, там в Харькове у нас 4 гривны, в Донецкой области 3,50, в Северодонецке 3 рубля. Но вопрос в том, что в городе нет денег сегодня дать дотацию. А монетизация льгот гласит о том, что было 24 льготные категории проезда, а теперь будет 8 категорий всего лишь навсего проезда благодаря министру Реве, который придумал эту страшную децентрализацию, то есть монетизацию. Дальше. То, что касаемо электроэнергии. Сегодня мы платим до 100 кВт по 90 копеек. После 100 кВт по рубль 57, по-моему, если я не ошибаюсь. Рубль 68, а дальше мы платим 2,62, если коммерсийный тариф. Правильно? Ну, может, в копейках где-то ошибусь. Так вот, ребята, троллейбусное управление сегодня платит по коммерсийной цене. Скажите, это коммерсийное предприемство? Нет. Это коммунальное предприятие, правильно? Да. Сегодня школы, детские сады, исполком, троллейбусное управление, где зеленая энергия, платят по коммерсийной цене. Благодаря НКРЕКП, которая установила цену на электроэнергию в 3 раза дороже для коммунальных предприятий. Лично я подал проект решения в парламент. Я уверен, что его поддержат народные депутаты. Там более 100 подписей для того, чтобы опустили эту цену. Сегодня оно в профильном комитете. Вовка уже директора НКРЕКП президент уволил, потому что все были против него. Теперь главное, чтобы кого назначили, нового принял решение опустить цену для троллейбусов в 3 раза дешевле. И тогда город оплачивает им недостающие деньги и непосредственно получает заработную плату. То же самое происходит во всех городах, где есть электротранспорт. Ко мне обратились все мэры по электротранспорту. Я бы эту проблему даже и не знал, если бы ко мне мэры не обратились. Ко мне обратились мэры с этой проблемой помочь в вопросе по НКРЕКП. Даже подпись Кличко там есть, чтобы вы правильно понимали. В Киеве цена на метро проезд 8 гривен, которая стоила раньше 5 копеек. В троллейбусе стоила 5 копеек, правильно? А сегодня 2,50 почему-то. И еще могут поднять в цене, потому что за электроэнергию надо платить РЭСу. Нет вопросов пока по РЭСу, по ЛЭО, по Облэнерго. В Облэнерго, в РЭСах тоже не платят зарплату. Кому сегодня принадлежит РЭС? Кому принадлежит Облэнерго? Олигархам. Абсурд. Государственное предприятие на 100% принадлежит сегодня олигарху, который плавает у нас, ходит у нас в океане на яхте, летает на вертолете. А люди сегодня страдают, и когда вам отключают свет, все звонят в нашу приемную. Буквально отключили свет в Северодонецке в 3 общежитиях. Кому звонят? Дальше, в нашу приемную. Отключают в Лисичанске, вы, наверное, слышали этот вопрос. Я поднимал, что 8 марта отключили в Кропивницком. Это же не мой округ, и мы там не живем, по сути. Но, поверьте, рубашка эта близка к телу народного депутата. Так и должно быть. В Кропивницком отключили газ, отключили свет. В Меловом на 8 марта устроили женщинам подарок. Отключили электроэнергию. Звонят электрики, говорят, Сережа, мы не можем туда поехать, у нас нет даже солярки. Вы не могли бы нас заправить? Я говорю, а люди вам платят за электроэнергию? Платят. Сегодня Лисичанск водоканал должен 135 миллионов гривен. Сегодня мы платим, правильно. А далее, по-моему, Саша, 200... где квитка делся? 260 миллионов, по-моему, должны за электроэнергию. Спасибо.
Сегодня чем объясняет этот олигарх отключение света? Потому что 5 миллиардов гривен долгов с ЛНР и ДНР ему за электроэнергию государство должно. А переоформлять компанию он не хочет сюда, в большую Украину. Потому что у него такая завихрение в голове. У него на 100% принадлежит предприятие. Я также подал закон о том, чтобы все государственные предприятия, монополии вернулись в государство. Это газ, это вода, это электроэнергия. Правильно? Правильно. Чтобы вернулось в государство полностью то, что строили наши родители. Поддерживаете? Поддерживаю. Вопрос следующий. Я не мог достояться до трибуны ровно год. Жал на зеленую кнопку на эту и не мог достояться до трибуны. Пока не объединились депутаты, депутаты, мажоритарщики, тоже которые не могли достояться до трибуны. И сегодня практически есть группа нашего края уже в парламенте. Нас уже начали слышать в конце концов. И не только слышать, и голосовать, так как говорит народ. Потому что мы есть сила. Объединились, видим сколько нас, правильно? И это сегодня уже замечают вот там в парламенте. Если они нас не будут слышать, мы соберемся все вместе и придем к ним. Нам не тяжело. Правильно? Правильно. Спрашивают по поводу субсидий. И сегодня лишены 1,5 миллиона человек. 1,5 миллиона человек. Практически по реформе децентрализации лишены субсидий. У кого-то прописан сын в квартире, у кого-то прописана дочь в квартире, которая находится в Петербурге, там, или в Москве, или в Польше, или в Италии. Мама готовит наследство, а ей не выдают непосредственно субсидию. И вы можете опять-таки обратиться к Сухову по этому вопросу в нашу приемную, и вам объяснят юридическим путем, как правильно поступить, чтобы вам получить эту субсидию. Понимаете? Когда заработают предприятия? По поводу предприятий. Заехал на РТИ, я ужаснулся. Какие? Заехал на РТИ, я ужаснулся. Заехал на лакокрасочный, тоже ужаснулся. Куда не поедешь, на Алиссоду. Помните, когда мы встречались еще в 2012 году? Такого еще не было. За эти годы что произошло? Они между собой беснуются сегодня. Сегодня каждому политику... Чем хуже живется в стране, тем лучше им, тем им лучше дальше избираться и так далее и тому подобное. По поводу предприятий, я уже сказал, что первый завод запустили в Троицке, 200 рабочих мест дали. Его хотели вырезать. Маслопрессовый завод. Маслопрессовый завод. Сегодня Беловодская громада, это мой округ, также собрал людей, объяснил, что надо объединиться в одно целое селищным головам, депутатам. Вот представьте, в селе 15 бабушек живут, зубчик сверху, зубчик снизу, а у них 24 депутата и голова. Говорит, мы его николи не бачили. Говорит, так вы же его избирали, так он же один у нас и избирался. Так скажите, надо было объединить селищных голов? Объединили всех селищных голов, сегодня Беловодская громада самая большая громада в стране. Сегодня, если едешь по Беловодской громаде, иллюминация, полностью освещение. Сегодня сделана улица Виноградная, вот такой слой асфальта. Делается пляж, делаются парки, закупили новую технику за 40 лет первый раз. Получили 60 миллионов дотаций. Получили в оборот землю, которую сдавали, земли запаса отдавали олигархам. Олигархи не платили деньги в бюджет. Это миллиарды гривен. Миллиарды. Скажите, пожалуйста, если там будут миллиарды гривен, они могут инвестировать в предприятия? То же самое и здесь. Уже подготовлен проект по молокозаводу, мини-молокозаводу. У нас, оказывается, еще есть... Я бы этого и не знал бы, если бы не вы. Молочная мафия образовалась. В магазине молоко стоит 24 гривны, 32 гривны. А вот там, в Беловодском районе, 3,50 мафия собирает. А потом нам продают по 24, по 32 гривны. Понимаете, что происходит в нашей области? А раньше молоко возили куда? По дворам, по 20 копеек. Помним же? Да, конечно. Скупляют за копейки. Касаемо выборов. Может ли президент ввести военное положение? Первое. Это касаемо выборов. Правильно я так понимаю? Да, да. Все, что хочешь, может произойти, ребята. Все, что хочешь. Сегодня политика захлестнула все.
Но как говорил великий Черчилль, кто занимается политикой, тот проигрывает. Тот, кто занимается хозяйственной деятельностью, тот побеждает. И сегодня мы занимаемся хозяйственной деятельностью и 100% победим. Победим? Победим. Сила будет. А осенью не будет выборов в парламент? Еще вопрос. Не будет ли выборов осенью в парламент? Когда я шел на выборы 1.5 года назад, меня люди спрашивали: Шахов, а если ты зайдешь в парламент и завтра парламент распустят, как ты отреагируешь? Вот так отреагирую. Если бы сейчас бы их смели, этот весь парламент. Я говорил, вы слышали, если бы люстра это упала на голову им, это была бы народная люстрация. Ребята, если честно, то многие фракции воспользовались военными, в военной форме ребят, затащили в свои фракции. Есть такие, тоже ж казак Гаврилюк, который Конституцию не держал в руках. Я его спрашиваю: как ты туда попал? Скажи, пожалуйста, зачем ты пошел в парламент? Вы же, наверное, видели, а ты голосовал за газ поднятия цены. А ты против? Да, я против. А чего ты голосовал? Ну так, натиснул на зеленую кнопочку и проголосовал. Понимаете? Он хороший парень, он нормальный человек. Его любят в селе своем, его любят в своем районе. Но зачем сегодня идти в парламент, когда ты законов не знаешь? Когда ты не знаешь, как их исправить, как ты не знаешь, как их писать? Сегодня тобой командует кто? Ими командуют олигархи. Что у нас произошло в стране? Олигархи стали через кого? Через красных директоров, правильно? Потом они построили политику, завели их в парламент. Потом они завели чиновников. Потом банформирование, которое грабили наши заводы. Вырезали шахты на металлолом. Вырезали заводы на металлолом. Вырезали полностью все на металлолом. Люки пособирали на металлолом. Правильно же? Правильно. Но это негодяи или нет, скажите? Да еще какие. Поэтому по парламенту, если их сегодня распустят, я только перехрещусь, понимаете? И мы сделаем правильный выбор. У нас хватит силы вон из народа выбрать людей, которые пойдут в городские советы и в парламент. Так же ж? Так. Поддержите тех людей, которые выйдут из народа? Поддержим. Наша задача контролировать. Вы помните, где нас ограбили? Нас ограбили в комиссиях. Помните, как бесновались, как арестовывали, как делали обыски, как запугивали людей, как поджигали квартиры, как поджигали машины, как пугали людей, как резали наших волонтеров, как сажали в тюрьмы волонтеров, потом отпускали, когда выборы закончились. Это все было. Мальчишка Стас Фатеев, 28 лет, погиб, умер в 28 лет, чемпион мира по кикбоксингу. Вот представьте себе. Скажите, по заводу пролетарии вы будете какие-нибудь вопросы решать? Конечно. Конечно, сегодня мы собираем подписи по заводу. Ребята, сегодня собираются подписи по заводу «Пролетарий», который взял кредит больше 200 миллионов долларов. Куда делись эти деньги? Я сделал запросы, я имею право на это. Если человеку просто не отвечает и ваше обращение бросают в мусорное ведро, то народному депутату уже так не ответят. Хотя министр энергетики Павлова посмел не пустить народного депутата, к себе не пустил в кабинет вместе с шахтерами. Поэтому будет отвечать. Будет отвечать по закону. И те, кто сегодня разграбил 200 миллионов долларов, этих денег до Луны хватит назад и вперед, правильно? Или обмотать землю этими купюрами, тоже будет отвечать. Занимаемся. Но когда это будет? Не завтра. Я не буду лгать и обманывать. Я не буду вам врать о том, что завтра кого-то где-то посадят или что-то еще. Я, Шахов, если взялся доводить дело до конца. Вы же согласны с этим? Сколько бы нас... Можно было бы уже плюнуть и не идти никуда. Но я не имел права сегодня вас подвести. Я пошел в этот парламент, в этот поучатник для того, чтобы наводить порядок. Я его навожу. Благодаря вам, только благодаря вам. Благодаря людям, которые меня поддерживают. Спасибо вам за это огромное. Давайте по таким вопросам, по росинке, по ремонтам, по детским садикам, по школам, по подъездам. Это хозяйственного вопрос, это хозяйственные вопросы, не геополитические. У вас есть вельможный Сережа, у вас есть Сухов Александр, вот молодые ребята.